Сегодня сложно представить серьезное учебное подразделение без операционной, откуда не транслируются операции. Выяснилось буквально по результатам недавних исследований о том, что живая хирургия, то есть демонстрация операции в прямом эфире, если она выполняется в чужой операционной, всегда сопряжена с дополнительным риском осложнений для оперируемого пациента. Поэтому идеология современного обучающего процесса сводится к тому, чтобы проводить трансляции из своей операционной, из удобной среды, там, где привык работать доктор, привычный коллектив, набор инструментов. Естественно, замечательнейшей возможностью является вот это вот отлично реализованное решение по протоколированию и записи в операционной. Все, что происходит, все манипуляции, видео архивируются, складываются, и они у нас хранятся, начиная с 2014 года. И все это сделано в красивом решении, где не нужно дополнительных промежуточных этапов по сохранению, там, архивации данных. Помимо этого, интегрированная операционная предоставляет массу других преимуществ в плане управления положениями стола, самим оборудованием, непосредственно самим хирургом. Все ее прелести можно оценить только тогда, когда начинаем с ней работать. Мы уже работаем с ней с 2014 года интенсивно. Все функции ОР-1 используются в полной мере. Вот на следующей неделе у нас 3 трансляции. Учебный центр Шторц. Мы будем демонстрировать разного рода оперативные вмешательства. В среднем, наверное, раз в месяц трансляции у нас проходят на какие-то учебные мероприятия, на конференции, мастер-классы. Сделать это сегодня без интегрированной операционной, там, где нет функций трансляции, переключения картинки, звука, я не представляю, как.